Московской области дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Это касается в том числе и некоторых госучреждений. Несмотря на предупреждения, для многих жителей оказались полной неожиданностью закрытые двери многофункционального центра «Мои документы». Большинство работников МФЦ Ленинского округа 28 октября остались дома, а в очном режиме непосредственно в центре можно получить только одну государственную услугу. 28 октября по 7 ноября включительно МФЦ не ведет очный прием посетителей, за исключением одной единственной услуги – это регистрация смерти. Тем не менее, отчаиваться не стоит. Система «Мои документы» устроена так, что множество вопросов граждане имеют возможность решить дистанционно. Большинство услуг, их более 200, доступны на портале, едином портале государственных услуг Московской области и на федеральном портале государственных услуг. Необходимо обратиться к этим ресурсам для того, чтобы подать то или иное заявление и соответствующим образом получить в электронном виде ту или иную услугу. Неделя перед закрытием выдалась напряженной. В последний день, 27 октября, МФЦ работал не по графику, а до последнего клиента. В тот день было принято 3000 заявителей. Мы столкнулись с очень большим наплывом посетителей, потому что все знали о том, что мы закроемся. Естественно, торопились какие-то доделать те свои дела, до которых раньше руки не доходили. Все окна были заняты. С выходного дня были отозваны сотрудники для того, чтобы по максимуму удовлетворить потребности жителей. То же самое мы будем практиковать и в первые дни после того, как мы откроемся и начнем прием. Те, кто придет в МФЦ 8 ноября, могут быть уверены, необходимые услуги они получат в полном объеме.